Загородное проживание становится все более популярным для красноярцев. Ценовая политика частного домостроения отличается своей стабильностью. Например, цены на деревянные дома в Красноярске почти год остаются на одном уровне. Это способствует росту популярности этого вида жилья. Но стоит учесть и многие нюансы при покупке и оформлении права собственности не только на строение, но и на земельный участок. В расчетах надо также заложить и затраты на возведение надворных построек и облагораживание участка. Подробности в нашем следующем сюжете. Прежде чем начать подсчеты, выясним у специалистов, какие требования обычно предъявляют будущие собственники. 10 соток земли, дом 90 квадратных метров со всеми коммуникациями и баня стандартная, небольшая, 4,5 на 4,5 с верандочкой и ограждение с воротами и с калиткой. Начнем с самого дома. Сейчас деревянное жилье возводят в основном из соснового бруса с сечением 18 на 15 сантиметров. Окна устанавливают современные пластиковые. Стоимость квадратного метра деревянного жилья сегодня находится в районе 20 тысяч рублей. И это, как говорят специалисты, с учетом того, что дом строится под ключ. Дом под ключ означает, значит, полностью готовый к жилью дом, кроме мебели и сантехники. Имеется септик, подключение электрическое 15 киловатт, в том числе разводка полная по дому. Обязательно на каждом участке есть скважина, которая раскачивается, ставится специальное оборудование и к дому подводится водоснабжение. В этот же список входит система отопления. Традиционно в доме устанавливают электрический котел и печь с камином. В итоге получается следующая сумма. Вот это стандартный деревянный дом площадью 90 квадратных метров с большой кухней, гостиной и санузлом на первом этаже и двумя спальнями на втором. Вот такой дом при всех благоприятных условиях строители могут возвести за полгода. Теперь о стоимости земли. Сейчас 10 соток можно приобрести за 250 тысяч рублей. Это участок в середине поселка. На окраине земля стоит зачастую подороже. На ограду такого участка с воротами и калиткой необходимо заложить еще 150 тысяч. Остается баня. Стандартный вариант 4,5 на 4,5 метра сейчас можно построить за 650 тысяч рублей. Такая цена складывается из того, что материал для бани более дорогой, кедр, вдобавок делается собственный септик. Вот под этим решетчатым полом располагается оцинкованный герметичный утепленный лоток. И уже отсюда сточные воды поступают в отдельный септик. Посчитаем итоговую сумму. В нашем случае стандартный вариант деревянной усадьбы с площадью участка 10 соток, домом 90 квадратов, баней из кедра и ограды обойдется примерно в 2 миллиона 850 тысяч рублей. Можно, конечно, эту сумму уменьшить за счет снижения толщины материала и отказа от надворных построек. А вот верхнего предела не существует. Компания «Дачный сезон» предлагает строительство деревянных домов, бань, гаражей под ключ на земельных участках деревни Плоская и земле заказчика. Телефон 286-87-87, сайт www.fabrikadomov.ru и plosskaya.rf.